чтобы попасть на прием к врачу, теперь не обязательно отстаивать огромные очереди в регистратуру и терять время. В Центральной районной библиотеке есть такая услуга. На абонементе можно не только найти необходимую литературу, но и оформить талон в поликлинику. Здравствуйте, я бы хотела записаться на прием к зубному врачу. Можно это сделать? При себе не обязательно иметь паспорт и медицинский полис. Достаточно выбрать на сайте пункт, где не требуются документы. Работники библиотеки помогут заполнить необходимые поля для регистрации талона на прием к врачу. При желании это можно сделать самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Ничего страшного в этом нет, все достаточно просто и удобно. Наша центральная библиотека дает своим читателям такую возможность записаться на прием к врачам нашей поликлиники, не приходя в поликлинику, обратившись в библиотеку. На наших компьютерах имеется сайт веб-регистратура. Если человек не умеет сам пользоваться компьютером, это люди старшего поколения, то им окажут помощь библиотекари. Таким же образом будут работать поселковые библиотеки, ФАПы и участковые больницы. Сейчас решается вопрос с интернетом по периферии, ведь в некоторых поселках его просто нет. На самом деле электронная регистратура несет много плюсов. Записаться на прием по телефону и лично в районной поликлинике не всегда удобно. А вот через интернет это можно сделать где угодно, даже дома. Веб-регистратура, там высвечивается записаться врачу, и пошагово написано, что куда нужно нажать, чтобы записаться. Как только человек записался, то есть там потом в конце проверяются данные человека личные, полис, паспорт, данные, и написано, значит, проверите, все сохранить. Все это сохраняется и сразу же высвечивается вот здесь. То есть тот врач, который выбран, то время, тот день, когда выбран, сразу же у нас в программе высвечивается, что на это время записан такой-то человек. При данном виде записи талон на прием к врачу и амбулаторная карта будут уже в кабинете врача. В регистратуру обращаться не надо. Анна Смирнова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны».